Информбюро. 1 февраля 1943 года. В подвале механосборочного цеха тракторного завода пленен штаб северной группы гитлеровцев под командованием генерал-полковника Штрекера. В ходе ликвидации окруженных войск противника в период с 10 января по 1 февраля войска Донского фронта под командованием генерала Рокоссовского разгромили 22 дивизии противника, а также свыше 160 различных частей усиления 6-й полевой армии вермахта и частей обслуживания. До окончательной победы в Сталинградской битве остался один день.